от режиссера идентификации Борна. Через 45 минут я должна быть в аэропорту. Жена. Удачной поездки. Мать. Я люблю вас. Скажи, буду вести себя хорошо. Буду вести себя хорошо. Видишь, все обещали. Шпионка. Операцию поручаю тебе. Сейчас это самое важное задание. Ты связан с террористической организацией. Кто вы? Выйдешь из машины, я не смогу тебя защитить. Ты даже не представляешь, на что мы на самом деле способны. По мотивам реальных событий, пытаясь обнаружить факты... Вице-президент получил ваш доклад о закупке материалов для изготовления ядерного оружия. Нужно внедриться глубже. Они обратились за ответами к ее мужу. По моему мнению, настолько масштабная сделка не могла состояться. У меня на местах работают агенты, все подтверждают информацию. Но когда правда была обнародована... Что, по-твоему, хочет слышать Белый дом? Что, не было никаких ядерных разработок? Измените легенду. Отвечать за все заставили ее. Слушай, про тебя в газете написано, что ты агент ЦРУ. Уилсон никогда не работал на ЦРУ, в отличие от его жены. Опытного агента. Ты убивала людей? Это не обсуждается. Я подготовила важнейшую операцию в Багдаде. Связные готовы к эвакуации. Я должна передать им сообщение. Не понимаю, о чем ты. Я дала им слово. Вэл, все кончено. Наоми Уоттс. Мое имя повсюду, настоящее имя! Шон Пен. Функционеры высших эшелонов решили пожертвовать агентам под прикрытием, чтобы наказать меня за то, что я сказал правду. Ваша жена предательница. Как вы смеете о ней говорить, если ничего не знаете? Мы знаем, где ты живешь. Они угрожают убить моего мужа и расправиться с детьми. Мы должны ударить в ответ. Они похоронят нас, если будем бездействовать. Они будут давить, пока не найдут точку, в которой ты сломаешься. Но меня сломать невозможно. Потому что во мне нет этой точки. Честная игра. Скоро в кинотеатрах.